это два друга – Михаил и Дмитрий. Однажды Михаил поездил на машине Дмитрия и был очень удивлен. «У тебя даже на плохой дороге машина идет плавно, подвеска не стучит». Когда на заднее сиденье сели три человека с чемоданами, машина не просела, а когда они вышли, задняя часть не прыгала. Даже на большой скорости на поворотах нет никакого наклона кузова. И когда я ехал с тяжелым прицепом, машину не болтало в стороны и на скорости 80 км в час. Дмитрий рассказал Михаилу, в чем секрет. «Я установил в подвеску пневмоподушки Blackstone. И машину как подменили. Не проседает, не кренится. Пробои подвески мне теперь не страшны, и детали ходовой прослужат намного дольше». К тому же они очень просто устанавливаются и не боятся ни влаги, ни мороза, ни жары. В любых условиях надежность на высоте.